Всем привет! Вы на канале спортивных новостей. В этом видео вы узнаете. Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал победу сборной России над Великобританией 7-1 в матче чемпионата мира 2021. Эмоции, конечно, положительные, но Великобритания команда заведомо слабее, чем у нас. Хорошо, что Россия собрана провела игру, было много комбинаций, чтобы почувствовать связки. Порадовали и реализация. Так что всех нас с победой. Тем, кто в первый раз вышел, хотелось себя проявить. Но мне понравилась команда в целом. Любая победа приносит уверенность всей команде. Распасовки местами были лишними, но противник не заставлял работать на 100%. А экономить силы на будущее сегодня было несерьезно, сказал Михайлов.